Кабинет размещен на базе автомобиля КАМАЗ. Оснащен цифровым малодозным флюорографом, компьютером, оборудован сплит-системой. Пропускная способность аппарата до 150 исследований за период рабочей смены. Аппарат оснащен внешним жестким диском, который позволяет отснятые флюорограммы просматривать дополнительно на оборудованном рабочем месте. То есть можно работать, не останавливаясь на расшифровку результатов. Мы можем работать непрерывным практически режимом, когда рентген-лаборант делает снимки, они снимаются на внешний жесткий диск, через какой-то промежуток транспортируются данные или передаются дистанционно через защищенную сеть на рабочее место врача-рентгенолога и производится оценка результатов флюорографии. То есть нет необходимости останавливаться, что-то кодировать. Можно не разграничивать время работы кабинета, как у нас иногда там, с утра делаем снимки, после обеда описываем. Нет, он может работать в режиме онлайн. Техника уже поставлена на учет в ГИБДД. В настоящее время проводится работа по получению санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование с источниками излучения. Флюорограф будет использоваться ежедневно по графику выезда в сельские округа, а также во время Дней здоровья.